Митрополит Одесский Измаильский Агафангел встретился с участниками молодежного хора Одесской епархии. Владыка напутствовал ребят на участие в международном конкурсе, который пройдет в Болгарии. Великую миссию совершает Украинская Православная Церковь, а в частности Одесская епархия. Во всех храмах Одесского региона священнослужители проводят работу с народом и тем самым прививают интерес и любовь к Богу, православной вере. Миссионерское служение Одесской епархии заключается во многих аспектах, которые направлены на все возрастные группы людей. Особое же внимание уделяется молодежи, ведь молодые люди – это наше будущее. Особого внимания заслуживает молодежный хор Одесской епархии, участники которого – это простые ребята, в основном даже без музыкального образования, но которые имеют желание своим пением славить Бога и радовать слушающих их. И вот хоровой коллектив пришел к своему архипастырю, высокопреосвященнейшему митрополиту Агафангелу, дабы получить от него благословение на участие в хоровом конкурсе, который будет проходить в Болгарии. По благословению владыки митрополита Агафангела, сегодня мы отправляемся в Болгарию. Молодежный хор будет принимать участие в международном конкурсе. Хочется отметить, что это еще одна ступенька в жизни молодежного хора. Владыка пожелал Божьей помощи хористам, а также благословил каждого из них иконой. Пение – это в наше время, как отец Максим говорит, одно из главных искусств. Когда люди прославляют Бога на разных языках, и мы верим, что вы приведете замечательные результаты успешного там выступления, представите нашу митрополию достойно. Не стоит умалять значимость и важность подобного рода коллективов, ведь именно в такой дружественной среде юные, не совсем еще окрепшие сердца узнают все больше о Боге и о Церкви. Вот такие мероприятия, они сближают, они помогают дружить, они помогают общаться, потому как сегодня наблюдается дефицит в общении между людьми, а церковь дает ту возможность, при которой могут ребята встретить друг друга, пообщаться и найти друзей.